День из жизни разноцветного Хагивадья. Вторая часть. Он выходит на улицу, спускаясь по лестнице, как культурный Хагивадья, и идет на завтрак. Выходя на солнце, он балдеет. И идет дальше. Иногда он может отдохнуть посидя на перилле, но это ему не часто удается, потому что он не часто устает. Да. Уже новая куча роликов вышла на канале, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и колокольчик тоже не забывайте нажимать. Ага. Так, что у нас дальше? Господинский. Разноцветный Хаги идет. Конечно, он идет улыбаясь, потому что у него никогда не устают ножки. Ну что он пишет? Дальше, для того, чтобы пройти на завтрак, он проходит через леса. Ему это нравится. Главное, его оператору не споткнуться об эти леса. Ролик уже идет целых 2 минуты. Ну ничего, день должен получиться длинный. И разделится он на 3 части. Хагивадья на завтраке, который сейчас будет. И Хагивадья жужу отдыхаем, полежу. О, кто-то уезжает. Дальше Хаги поднимается по лестнице. Наверное, поднимается обычно по перилу. Потому что он видит собаку. Идет длинный коридор. Оператор постоянно меняет камеру. Он тут видит бассейн, в котором нельзя туда. Да, можно, только сейчас нельзя. И грустит. Но он сейчас будет кушать. Поэтому, когда он придет на завтрак, будет ролик. Когда мы дойдем до нашего стола, я уфу видео. Итак, Хаги будет снимать ролик. Пришло время кормить оператора. И там Хаги остался снимать. Он доходит из столовой. Нюхает вкусный аромат. Прям как будто бы лечит. Слышит красивую музыку и идет к своему столу. Вот спокойно тупает. И вот он дошел до нашего стола. Он ложится на него и преспокойно отдыхает. Сейчас будем снимать новый ролик, так что увидимся после того, как Тимофея покормит.